Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Начали поступать вопросы, что делать с капустой пекинской, которая хочет зацвести или уже зацвела. Ответ однозначный – вырывать. Вырывать безжалостно, выбрасывать и скорее на это место высаживать другие капусты, потому что они еще успеют вам дать урожай. Я вот сейчас пройдусь по всему ряду, всю эту капусту выдерну, на ее место посажу другие. Вот у меня есть из кассеты казачок, прекрасная рассада. Здесь будет казачок, там посажу краснокочанную мулатку. Она у меня была в кассетах, она не будет болеть, примется быстро и быстро пойдет в рост. Все, с этой капусты толка не будет. Избавляйтесь, чтобы она не занимала место, высаживайте туда что-нибудь другое. Еще успеет прекрасно скороспелая капустка вам дать урожай. Можете даже посадить позднеспелые сорта. Если вы аккуратно будете, вот у меня вот здесь в проходе, как между луковыми грядками, я и то умудряюсь здесь вырастить и позднюю капусту. Аккуратно переступаю через них и все. Все, ответ однозначный, вырывать. Даже не дожидаясь, когда она зацветет, только появилась куколка цветочная, сразу выдирайте, все. Заходите ко мне на страницу. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все о выращивании рассады капусты там я пишу. Вот нынче получилась очень хорошая рассада. И ранняя, и поздняя, поздняя на грядке. Есть статья, подробное видео, как получить здоровую рассаду капусты. Читайте, пригодится на будущий год. Все, до свидания.